2 600 000 комбайнов произведено компанией «Ростсельмаш». 11 тысяч тонн намолочено ставропольским комбайнером на зерноуборочной машине «Торум». За 24 часа работы колесного трактора «Версатайл», агрегатируемого дисковой бараной, установлен мировой рекорд. Техника компании «Ростсельмаш» — это современные и мощные машины. В 2010 году одна из них, колесный трактор «Версатайл 535», установила мировой рекорд по скоростной вспашке почвы. Трактор «Версатайл 535» за сутки обработал 417 гектаров земли. «Ростсельмаш» постоянно занимается разработкой новой техники. Одна из таких новых машин – зерноуборочный комбайн «Акрос 590+». Две его главных особенности – это двигатель повышенной мощности и система очистки, улучшающая качество бункерного зерна и производительность комбайна. «Ростсельмаш» — это 12 сборочных производств, на которых трудится 12 тысяч человек в России, США, Канаде, Европе, на Украине и в Казахстане. Группа компаний производит продукцию под тремя брендами — «Ростсельмаш», «Версатайл» и «Фармкинг». Техника «Ростсельмаш» проходит испытания в различных регионах мира. С 2011 года они начаты в США, Канаде, Аргентине, в Сибири и на Дальнем Востоке. В цехе кабин работает оборудование ведущего производителя автоматизированных систем и промышленных роботов. Сварочный комплекс позволяет за одну смену выпускать 25 кабин для комбайнов «Акрос», «Вектор» и «Дон 680». В ближайшем будущем подобный комплекс будет запущен и на участке сварки балки моста ведущих колес. Машины и адаптеры, которые производит группа компаний «Ростсельмаш», это полный спектр техники для работ в течение всего сельскохозяйственного года. Это более 20 типов машин, имеющих свыше 100 моделей и модификаций.